Ну что же, две кружки чая. Утро. Да, как вы видите, рекламу я смотрю. Бонусы за ежедневное посещение получаю. Поэтому у меня уже 51 алмазик. Ну что же, я даже на самом деле не знаю, просто хочется, наверное, побыстрее все это пройти. Тем более, что ясен финал. Ну, то есть, тут мы знаем, что будет 5 сезонов, да? Тут мы знаем, что будет 3 сезона. Известно, какие сериалы заканчиваются, и поэтому их спокойно проходим, так сказать, добиваем до конца. Вот. Что ж, наверное, начнем с рожденной луной. Все-таки. Ну, надо. Хоть этот сериал вызывает у меня шок и трепет, да, но все-таки. Все-таки надо как-то проходить. Что-то надо делать, ну. А, я даже не знаю. Или голливудскую. Там реально такие страсти кипят, как в каком-то фильме. Ну что ж. Да, я что-то подвисла. Просто, ну, ладно, давайте начинать. «Рождённая луной», серия 4, как видите, первый сезон. Кто они? Тараканы в твоей голове, Мия. Сказал Виктор, он, блядь, Виктор, сука. Заебало. Ой, бля. Папа, смотри, значит, да.
Иди домой. Пускай топает домой. До свидания. Я все-таки думаю, что тут речь про гейство, да? Да нахуй. Заснула под утро, понятно. Так, так. Отпиздить его. Нахуя таким шизиком шанс? Отпиздить.
Ебать. Весь день мы смотрели модель смартфона. Так ей уже заплатили, она тебе напиздела. Напиздела она тебе. Чё там? Ну не буду же я тратить алмазы, которые так собираю. Наденешь. Но все-таки сакцентировать внимание на вампире и информаторе или акцент на маскарад и старый дом. Если она подставит Виктора, да? То как бы, может, в следующий раз он ей не поможет, а я так понимаю, неприятности у нее будут. По самое не балуй. А если сделать акцент на маскарад и старый дом, то тогда вампиры поймут, что она была среди гостей и будут активно искать ее. То есть, ну, в первом случае, если она сделает акцент на информаторе, дальнейшие отношения с Виктором будут просто пиздос. Хотя я что-то от него хочу, вроде нет. Так. В первом случае она сильно подставит себя, а во втором Виктора, да? То есть, если с маскарадом подставляет себя, с информатором Виктора. Опять же, если она поставит Виктора, наверное, и потом как-то придется просить прощения и говорить: ну, Виктор, что мне для тебя сделать? Прости, все дела. Давайте все-таки акцент сделаем на маскарад. Люди поймут,
ой, вампиры поймут, что она была среди людей, которых пригласили на маскарад. И, конечно, пизда, по-моему, в любом случае, поэтому... А ты кто? Иди нахуй, тварь. Завали ебали. Ебанем чаю. Лол. Да, он какой-то вообще пиздец душнило. Ай, блядь. О, сделать что-то забавное или нет?
Надо же разобраться с людьми делать. Ну что же, а следующую чашечку чая мы разопьем с голливудской историей. Поехали! Гад. Нет, я, конечно, против того, чтобы плохо обходиться с животными. Я против. Но система награждений и наказаний все-таки должна быть. И то, что она просто увела собаку и привязала ее
так сказать, в коридоре все-таки нормальное решение, или, я не знаю, надо было просто из спальни выйти, там, закрыть дверь, или у нее реально там двери нет. Я выбрала вариант, что, пожалуйста, прикрой, потому что они с ней встретились еще в первой серии. Там много чего с ней было, поэтому она может понять, простить. Драма Куин! Так-так, и что ты собралась ей там сделать? Что за намеки? Нет времени объяснить. I'm ready for this. Ух ты, ёб твою мать. Ебать. Больной ублюдок. Но он же маничила. Ты ебанулась.
на съемочную площадку, или главный актер свихнулся, чтобы убить реально, чтобы прочувствовать роль. Отпустить мы его не можем. А, у нас пес есть. Ёб твою мать, он страшнее маньяка. Офицер. И про фильм странно в такой момент спрашивать. Я понимаю, что мы становимся там звездами и так далее, но спрашивать, так фильм выпусти, это как-то, я не знаю, странно слишком. Обороняться — это самое правильное, мало ли какой еще маньячиво придет. А ты откуда взялся? Вот действительно. Серьезно? Как-то он вообще уродски смотрится, комбинезон из латекса, все обтянул, все, ну, отвратительно смотрится. Красное платье уже получше, но все-таки не тратим алмазы.
Какая ж пиздец тут громкая музыка. Ты ебанулся? Началась какая-то поебота. То маньяки убивают, то какие-то извращенцы в соцсетях пишут, что я тебя нашел, ща я к тебе приду. Что за пиздос? Я думала, моя голливудская история, ну там типа приключения, да, ну в плане обычной, типа что вот... Ей дается шанс, она показывает себя так, потом, может быть, падает ее популярность, а потом она себе возвращает. И вот, ну, вот так, такие вот качели. А тут какие-то, я не знаю. То ей чуть мужик не переехал на машине, потом утащил к себе домой. Ладно, он, конечно, просто... ну, тоже маньячина, но в другом смысле, что он ее хотя бы отпустил. И там с домом помог, но при этом он знает, где она живет. У нее там знакомство с Микаэлем, там вот это все. Но, блэд, я не понимаю. Какие-то маньяки, какая-то поебота началась. Я просто этого не понимаю. Ну, действительно. Ну вот же написано романтика, комедия. Блядь, чего комедийного в том, что ее чуть не придушили, блядь? В том, что актер сошел с ума и такой, ну а хули, давайте по-настоящему все это сделаем. Ну это как-то, извините меня, не смешно и не романтично ни разу. В общем... Странно, странно, очень странно. Просто не представляю. Кем нужно быть, чтобы такие линии вводить? Романтика, комедия. Романтика, комедия. Я ебал, серьезно. Мне нравится краткое содержание следующей серии, лол. Но... Лол. Я не знаю. Моя голливудская история из романтики и комедии превратилась в какой-то хоррор. Нет, это, конечно, забавно, но хотя бы предупреждать, лол, окей? Ну, чтобы я ждала эти всякие внезапные повороты, аресты, нападения и так далее.